Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Россию Seed Mare Civilization 6 Gathering Storm на карте 7 морей. И если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу. Ссылка на первую серию есть в описании, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Рим, как насчет дружбы, и я тебя обращу в свою религию? Сейчас посмотрю твою религию. У тебя будут кампусы на одну науку больше давать. Давай. Пока уберу с религии, у меня ее просто будет немерено и так. Россия, убери шпиона. Откуда? Из Неаполя. Чего? Деньги воруешь. Ну да, я прокачиваю шпиона. Не, на самом деле не деньги, а технологии. Все честно. Норвег предложение. Villains. Да, вполне возможно, туристическая победа. Какие у нас еще культурные ГГшки? Махенджидару. Махенджидару. Верфи у норвежца есть, то есть мне надо ездить к нему и... Мне надо быстрее открывать... Мне надо много культуры, чтобы открыть для рок-групп возможность выбора. Ладненько, ребят, ночи. Спокойной. Спокойной. А чё там, кто там? Тхая Грива, он смотрел наш стрим просто. Рим, я кинул тебе дружбу. Бразилец, броня сейчас меня захватывать будет или чё это такое? Я передумал.
Ну, вот теперь... так, последний. Со мной вот будет бабник рода и идет рыцарем за. Но от религии не откажусь. Ну так предложи еще раз. Я без дружбы не пойду. Ну тогда отмена. Ты не будешь дружбу принимать, да? Нет, дружбы нет. Почему? Есть свои причины. Так, а что он будет все-таки атаковать меня самолетами, блин? Норвегия, дружить будем. Прикольная клетка, да? Жалко, мало у меня. Жалко, самолеты за веру не покупаются. Блин, еще и затапливает. Что там, скиф на тебя бразилец нападать собирается? Не знаю. Нет, конечно. Там так нападать очень класс. В одну клетку. Что-то еще могу нерелигиозное. Так, художественный музей в Туле. Ну и все. Понимаю, алюминий капает, но что-то я не понял, где он у меня. Так, давайте еще поищем. А, вот. Да, я нигде себе не могу еще больше взять норм. Так, где там был художественный музей? В Туле. На еду я хочу, чтобы быстрее именно в Питере 19 жителей стало, и я там аэродром построил.
Опа, тут... Скинь, ну ладно, мне нефть не особо нужна. Это уже не страшно. Кому? Норвегу. Отправлял. Не пришла? Нет. Ну еще раз отправил. Я тебе не могу. Блин, мне бы тут, на самом деле, в баллистику выйти. Я, кстати, их могу за веру покупать, эти... Давайте я в баллистику выйду. А вот теперь могу. Ну я просто... Норвег, что, понимаем или... Продолжаем. Просто. Просто как бы я тебя тут могу, конечно, захватить, но тогда я не хочу отставать. Как предложил. Ну, давай мириться. Знаю, прям как он самолетами тут собирается меня захватывать. Россия хочет выйти в культурную победу. Нас копило очень много веры. До две вышло. Кто сейчас да, принял? Подожди, Рим. Я хотел идти тебя обращать, а бы потратил веру, чтобы тебя обращать. Если ты хочешь таким образом оправдать свое нападение на меня, то нет, я могу... Давай мы заключим дружбу, я потрачу эту веру на обращение тебя в мою религию. К сожалению, русским нельзя больше верить. В этой партии. Да. Блин, я не хочу в этих клетках тратить их. Ну что, мир? То есть ты мне даже ничего уже не предлагаешь, норвежец, да? Сейчас утону. Два хода оказания помощи. Посмотрим. Это калинка.
Ну, у кого там чё? Давайте за демократию. Демократия — дополнительная ячейка курса, согласен. На дальше чё внизу? Минус 3 очка русского, у него просто больше всех. Окей. А что насчет военных? Ну, я бы отменил производство, чтобы... Ну, меньше сделал производство, чтобы самолеты и бомбы не строили. Окей. Подождите, а бомбы... Наверное, на бомбы это не влияет. Это же проекты считаются, да? Без они... понятия. По-моему, не влияет. Демократия. Ага, снижено на 50. Вот сейчас посмотрим, кто собирается нападать. Рим. Рим. Тамирис получает 2 очка дипломатической победы. Ну, это на победу идет. Ну да. Отложим просто один ход, чтобы аэродром быстро построить. Стали отваливаться города так быстро. Надо Виктора, походу, пересадить, к сожалению, в Аквилею. Ну, у тебя темный век. Здорово. Только встретились, что? Да? Прикольно. Давай все-таки один ход я открою лучше на авиацию. Потом в баллистику. Да, давно, как я вижу. Крип предложение. Блин. Да, отменим. Три предложения. Через ход он мне войну может объявить. А вы потом после этой, типа, на боковую или что? Да. Да, я предложение приехал. Фиг.
Финикия предложение. Все остальное у меня есть. Так. Аэродром. Аэродром. Норвег здесь? Да. Да, здесь все. Норвег, Дюша, Гриша, Метелкин. Примешь дружбу? From the light came light. Нету. В смысле, как нету? Ну, блин, жалко за него 4400 веры, на самом деле. Неплохо было бы, но не в этот раз. Что я у него самолетов не вижу, на самом деле, я что-то не пойму. Пошла жара. Что такое случилось? Да, Рим мне войну объявил. Кто? Рим. Я его не захвачу, я просто я... Что? Да, во всё. А, все-таки у него есть самолеты. Ого, Карген объявил войну сильно мощно.
Норвежец, предложение. Блин, Рим, ты же сказал, тебе моя религия норм. Time rolls ever full. Обманул, получается. Да, слушай. Как это? А что значит в готовом районе центр коммерции? Норвежец, нет, ты просто... тут? Прими, прими, я просто случайно этот... нажал на ресурс твой, он забыл. Ну я ему просто нефтью помогал. Так, нужна от него ответочка. Блин, крики происходят. Мне на самом деле добраться до этих, до... Ну, сколько тут? Два хода, да? До зениток и все, и он уже не берет меня никак. Скиф, а зачем ты союз с Римом заключил? Ой, опять не собирался. Ты не собирался, но заключил? Я воевать не собирался. Сдохни, мерзкий танк. Вот читеры, а у тебя юниты просто вот... Это... Нет, танки против казаков вообще не работают. Это просто... То есть казаки — это танк, считай. Понимаешь? Да нет, то что они вот так делают, типа отбегают. А что, танки так не могут разве? Конечно. Серьезно, танки так не могут? Не, нет. Мой любимый. Так, теперь мы... перебазируем наши истребители. Блин, кто там? Чё, финикийц падает, да, походу? Да, ядерки прилетают. А забрал бы ты Рим? Я бы его бы не забрал. Там два города максимум, которых бы я забрал. Колено и Хадин. Всё. Сейчас оставлю вот сюда истребители и удачу ему в обстреле Аквилеи. А потом я еще зенитки покупаю. И
Неудача ему вообще в обстреле кого бы то ни было. Ну, криво летит сейчас финики. Я не улечу. Ну, просто криз... Ну, это, просто финики забрала на... Этот... Ну, великого человека. Да, так и подумал, то, что... Челинь, а ты там не думаешь, если как-то кри стопать? Если хотел узнать, стопать. Я его сразу же удалил, если что. А, ну, я ж не знаю. Я ж вижу, что ты выкупаешь. Ну, я взял, чтобы не ты не получше, взял, и чтобы не взял. Мы, тем более, мы с ним недавно союз отключили. Педро. С кем? С Педро? Так Фил Педро тут... Педро выигрывает культурно. Какая разница? Ничего не выигрывает культурно. К сожалению. Что там делает? Да, она там уже почти готова. Ну, давай. Удачи с атакой Аквилеи. О, 6 лояльности вход. То, что мне надо для Аквилеи. Точняк. Норвег прям оптом предлагает. Россия дружим. Сделка Россия. Будь здоров. У тебя финики что, вообще нет самолета? Нету. Да, что ты? Ну, у меня тут сейчас термоядерки пойдут, я не думаю, что ему самолеты помогут. Ну что, я успею ему кинуть тоже одну ядерку. Нет, пожалуйста, не надо. Ты по воде же ему кинешь, и не знаю. Ну какая разница, как я ему кину, но я. Ну, кину. Как бы это важно. Либо ты как бы кидаешь ППшку там. Нет, либо там ППшку просто. Я не буду. Ну, сейчас смысл посмотрим, какой-то, как получится.
рокерами играет. Тюленя. Да, я балуюсь. Да, не дохни. Я заметил. Там русского 7000 веры. Ну, он дойдет до карточки. Тогда Харль, сделка. Рим сделка. Как ты мог? Взял лабораторию, сломал. Посольство, типа, или что? Вот ты живучий. Живучий, живучий. Хорошо, еще раз сломаем эту промку в Нидарусе. Блин, любитель ломает. Ты ломаешь? Да, губернатора убиваю, его ломаю. Бразильская рок-группа в Карбе, в Карфаген приехала. Ядерный Карфаген. Помогаем, так сказать. Установиться народу, да? Морально. Амори Блейн inherited.
Рим сделка. Все серьезно. Скиф предложение. Финикия предложение. Рим предложение. Так, что у нас с ураном? Неужели нет урана? Собственно, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо за игру. Блин. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Бразилец пробиваем. Ну давай. Блин, у меня игра уран не ищет. А уран на карте. Маловато чё-то. Да. Такую огромную карту, 6 урана. Стелка на бразилец. Рим, нафига нам эта война, расскажи. Да я не знаю, что еще делать. Миллион юнитов, а пол. Лёша, а ты принял стрелку, которую я кинул? Да. Так, где-то уголь был, вот уголь. Может, у меня вообще ничего не ищется? А, короче, ну у меня просто вообще поиск не работает, класс. А сейчас? Интересно проверить. Нет. У меня просто он доходит где-то до четверти, вот снизу вот это вот и все. Дима, просто у меня сейчас был тоже был включен поиск, может быть, из-за этого. Не-не. Норвежец, предложение. Thank you.
Я как бы и хотел убить эту штуку, а не арту твою. Я понял. Все, убегай. Беги в страхе. Норвежец, еще предложение. Блин, пока я там смотрел. Просто стервятники какие-то, а не казаки. Блин, затоп... Рим, давай мириться. И что дальше? Ну ты хотя бы можешь, например, Финикию с другой стороны еще захватить. Ты вместо этого какой-то этот... Просто уперся тут и все. Нет, я потерял рабочего из-за загрязнения. А Ликсус там стоит. Там что-то важное? А, там кампус хороший. Ай, чудо. Ладно, амиц. Разведение войск? Как это называется? А, ты готов мириться? Да. Я не услышал. А, нам еще один ход. Так. Теперь нам надо ломануть цифровую демократию. А, засоюзить оставшиеся... Не за союзе, а отправить туда послов в культурные ГГшки. Челени, они у тебя дохнут, как мухи. Ну это еще старые рокеры. Чтобы не мешались. Ну, как бы... Старая гвардия. Да.
Только, Рим, давай при условии уже дружбы, а не просто мира. А то ты как-то через 8 ходов опять нападешь. Зачем мне это? Кстати, вот интересно, если вот писателя поставить типа на клетку, то его с воды может танк, например, вот, атаковать? Ну да, он же высаживается как бы на эту клетку. Если он может высадиться, то считается, да. Все, хана там затоплена. Как успеть-то здесь, а? Ну, акведук потерян. Все минус к производству. Тут ртуть потеряна, тут театральная площадь потеряна. Как они рокеры. Я правильно понял? Да, я всем пойду к тебе. У меня союз с Римом закончился. Ну, давай, я не знаю, Рим, ты смиришься, нет? Ну да. Значит, я не буду с Римом воевать. Еще предложение, Рим. Случайно туда его. Да, писателей мне девать некуда. Кведук потерян и кампус потерян, зашибись. Скажу, правда, что мне тут кампус сильно нужен. Поиск по урану пролагал, и вот уран есть у Аквилеи. Так что мне вот тут надо... рабочим. Аквилея не зря была взята.
Давай союз с научной. Давай. Может, мне удалить армию? Ну-ка попробуем. О, в Махенджо-Даро работает это. Аврапануи. И Аврапануи работает. Здорово. Члени, на два хода быстрее меня космопорт строишь. Кидай в него ядерку. Ну, у нас пока этот... Как бы, камон, блин, у тебя производство больше, у тебя всего больше. То есть, ну, быстрее улетишь. Подожди, если захочешь, если хочешь. Ну, у меня 126 производства. Чего? 126 производства. У меня 120. Pierre was right. Да, проблема только в том, что у тебя ядерки нету. Тут нет смысла строить морскую плотину, все. Следующим ходом все будет затоплено максимально. Я уже не спасу никак. Если бы Валетта была жива, нафига я Скифу подсказал ее захватить? Так у него реактивные бомбардировщики, они 15 ходов летают. Рим, а ты мне предлагал научный союз или Кри? Кри. А зачем? Ну я в него все равно не хожу. У меня туда все торговые пути, не знаю. Город защищает мечник, ничего себе. Что, все равно работает? У меня раньше черфиники торговые пути были, а теперь он захватил их. Ха. Не все, один ход написано. Ну что, кто выигрывать будет? Чью сторону мне занять? Может, все-таки мне уже начать рок-группы? Во-первых, так, у тебя был всю игру военный союз со мной. Как бы. Без выбора. Ладно. Ну, ну да, я согласен. Я, конечно, нет. Я точно... У меня нет урана. Я буду не брать, я могу дать.
Может мне удалить всю эту армию? Ну, серьезно. Только лишний микроконтроль сейчас будет. Так жалко, конечно. На этом пока все. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных продолжение появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!